Это библиотека, национальная библиотека города Вены. Сейчас мы едем в Братиславу. Ну, близко, а потом в Бухарест. Даже лекция у нас там до Португалии. Пройти всю Скандинавию, Прибалтику, потом Южная Грузия, Армения, через Чечню до Руси. В этом году все. Все в этом году? Все в этом году. В прошлом году мы прошли от Москвы до Владивостока на Пыхта. От океана там где-то. И подарили мы в прошлом году на 3 миллиона 115 тысяч книг. Я провел за книгами 30 тысяч часов за компьютер. Сам набирал, сам верстка занимался. Это Господь сделал, потому что мне дал Бог большой опыт. Я хочу передать его. Как жить мирно с Богом, чтобы душу спасти? А вы где вы случили? Сначала с ним сели, потом в Ленинград, как-то в Санкт-Петербург. Да благословит вас Господь. Bless you, God, our. Спаси Христос.